Эти 100 тысяч она потратит на свой бизнес. Елена Куликова – одна из тех, кто выиграл премию в конкурсе «Делай на 100». Он направлен на помощь саратовским предпринимателям. Круглую сумму 25 бизнесменов смогут потратить на рекламу собственного дела. К примеру, Елена планирует сделать сайт для своего кондитерского цеха. Наблюдала и видела в победителях прошлых волн своих знакомых, даже заказчиков, друзей. И участвовала в мероприятиях от центра предпринимателя. Тоже мне, я очень была удивлена, когда я позвонила сюда и спросила вообще, что это такое, как это возможно, еще на этапе регистрации. Просто абсолютно бесплатно, с открытой душой, с каким-то энтузиазмом, с верой в меня и в мое развитие. Мне начали помогать. Премия «Делай на 100» – это одно из направлений национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Саратовским бизнесменам доступна не только финансовая помощь. Они могут обратиться к специалистам за консультацией и даже пройти обучение. Когда будет возможно, откроем прием заявок на участие в выставках по всей России, на участие в бизнес-миссиях. Но вот сейчас мы как раз вручаем сертификаты на премию «Делай на 100». Это вот как раз живая финансовая, можно сказать, поддержка наших предпринимателей, потому что то, что делается в остальном, это больше какая-то информационная поддержка, консультационная. Мы им помогаем, рассказываем, как лучше, находим для них экспертов. В Саратове разработали серию онлайн-мастер-классов. Программа продлится до конца июля. В общей сложности участникам дадут 9 модулей по управлению бизнесом. И все это абсолютно бесплатно. Мы продолжаем реализацию национального проекта «Малое и среднее предпринимательство. Поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированном президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным, который в существенной степени дополнен и антикризисными мерами, которые, к сожалению, сейчас столкнулись наши предприниматели. Здесь 4 основных направления. Это финансовая поддержка, которая сейчас, наверное, наиболее востребована. В этом году объем финансирования проекта составит более 370 миллионов рублей. Саратовский бизнес-центр в рамках нацпроекта работает уже 3-й год. По словам специалистов, только в 2019-м к ним за помощью обратились более 2000 предпринимателей. В этом году статистика будет выше, говорят организаторы, все из-за пандемии коронавируса. Анна Забалуева, Олег Бирюков, Саратов, 24.